Вы на канале улицы Москвы. Ну и давненько мы не выбирались за пределы Московской кольцевой. И сейчас мы вот на Пятницком шоссе. Здесь нас встречает район Митино. И церковь Всемилостивого Спаса, строившаяся здесь с 2012 по 2016 годы. Вот он, наш первый микрорайон. Прямо по центру кадра, там за домами будет станция метро Волоколамская. Ну а что касается самого Пятницкого шоссе, по которому мы сейчас будем гулять, его протяженность общая составляет 60 километров и ведет в город Солнечногорск, переходя там в улицу Обуховскую уже города Солнечногорска. А что касается протяженности Пятницкого шоссе в Москве, то она составляет 5 километров, проходит целиком через район Митино и заканчивается за 4-м микрорайоном, неподалеку от улицы Барышиха и станции метро Пятницкое шоссе. Ну, мы сейчас с противоположной стороны Пятницкого шоссе, то есть тут уже будет МКАД, район там Покровское-Стрешнево и Волоколамское. Волоколамское шоссе, кстати, вот как раз Пятницкое шоссе, оно тоже связано с городом Волоколамск и являлось в древности большой Володской дорогой. Ну а Волоколамск — это название образовано из двух слов — Волокламский. Волок, то есть от слова волочить — лодку, а лама — это река Лама, протекающая через этот город. Вот. Ну, впоследствии Пятницкое шоссе заменило Волоколамское шоссе, которое проходит сейчас южнее, вот туда, через город Красногорск. Вот. После строительства Истринского водохранилища в 1935 году. Ну, а Пятница — это название населенного пункта, как раз близ Истринского водохранилища. В дальнейшем, значит, Пятницкое шоссе вошло в состав Митино, в состав города Москвы в середине 80-х годов, как уже современный район Митино. И оно было несколько западнее, на 500 метров. То есть его трасса проходила по современной улице Митинской, примерно до 41-го дома по данной улице. А здесь уже вот эта большая дорога, она была известна как сначала Новопятницкое шоссе, а потом стала уже просто Пятницким. Вот такой небольшой исторический экскурс. Вот, ну, тоже современные дома здесь. П3 вот с этой стороны. Здесь П44 и КП. Ну, собственно, свойственные, наверное, для большинства окраинных московских районов, застраивавшихся в 80-е годы, ну и районов, которые располагаются за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги. Собственно, что здесь еще находится? Здесь находится Митинский рынок, крупный
торговый центр электроники, бывший Митинский радиорынок. Вот будет несколько дальше у разветвления с Путилковским шоссе. Туда вот виды тоже открываются красивые достаточно. Так как мы здесь немножко на возвышенности находимся. Вот это видно хорошо. Ну, также по Пятнинскому шоссе можно попасть в Зеленоград. Есть подъезды к району Крюково данного города. Ну, то есть это по левую сторону от железной дороги. Зеленоград, он же из 5 районов состоит. Из них 4 по правую, 1 по левую. Сейчас вот Митинский радиорынок прошел реконструкцию. Построен отель Митина. Раньше был, ну, просто похожий на стихийный, наверное, рынок в таком привычном понимании, где можно было купить электронику по низким ценам. И причем из вот от 3, наверное, рынков. Савеловский, Царицынский, Митинский, ну, самые известные. Ну, туда можно, наверное, Горбушку было еще назвать, но Горбушка все-таки это такое, там больше по музыке. Специализировался он. Ну, а здесь вот радиодетали различные. Если что-то нужно было, приезжали сюда. А там вот видно Митинский лесопарк прямо. Вот где вы видите эти столбы высоковольтки. Ну, вообще Митино очень экологичный район. Наверное, за исключением как раз вот этих домов, которые прилегают к Пятнинскому шоссе, все-таки здесь очень сильная загазованность. Шоссе достаточно оживленное, и там дальше много жилых комплексов понастроили. Если уже выдвинуться за территорию Москвы, там начинается Красногорский район. Да, будет жилой комплекс «Микрогород в лесу». Это, наверное, первый ЖК, который будет после выезда из Москвы, из города. Ну и там много дальше разных других тоже. Но до него еще, наверное, порядка 5 километров отсюда.
Ну, подходим, сейчас будет. Так, сейчас будет у нас как раз Путилковское шоссе, которое пойдет вправо. Путилково, я думаю, все знают и видели видео оттуда. Такой населенный пункт с достаточно плохой транспортной доступностью, несмотря на расположение практически вплотную к МКАД. Вот оно идет отсюда и до Химок. А вот это уже жилые дома района Митина, там новые дальше. Еще если двигаться по этому шоссе, по Путилковскому, в сторону Путилково, будет еще Новобратцевский поселок, который тоже относится к району Митина. Ну, во всех этих местах мы были. Так, ну что, посмотрим сюда. Тут нам еще открывается мир Митина. И еще до него я забыл, какой вот этот правее комплекс. Так, стояночка здесь у нас, да? Так, ну мы, ладно, туда не пойдем. Посмотрим на вход, как он сейчас выглядит. Вход на радиорынок. Солнышко выглянуло. А мы сейчас как раз двигаемся на северо-запад. Это вторая половина дня. Ну вот выход. Так выглядит вход на радиорынок. Есть еще апарт-отель. Открывается нам с той стороны, как на Ботаническом саду. У них сеть, наверное. Сейчас мы. Вот он, Митинский радиорынок, как выглядит сейчас. Все довольно цивильно на вид. И вот еще можно отсюда взглянуть на Путилково. Вот оно, наше Путилково. Тоже храм там. Так, ну все, наверное.